Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня рассмотрим очередную подборку гениальных шашечных комбинаций. Первая комбинация из партии чемпиона мира Исера Купермана против мастера Лазаренко. Партия 1952 года. Белые красиво жертвуют 5 шашек и затем наносят удар. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Белые играют cb6. И согласно правилу турецкого удара, черные обязаны побить 5 шашек, либо таким образом, и дамка остановится на поле c5, либо таким образом. Но все равно дамка останавливается на поле c5, как ни бей. Потому что, видите, эта шашка уже побита, но она мешает черным продолжить свой удар. То есть перепрыгивать второй раз побитую шашку черные не имеют права. И затем белые наносят свой финальный удар. gf4. И побеждают. Следующая комбинация. Автор известный московский мастер Николай Кукуев. Который, кстати, придумал дебют гамбит Кукуева. Знаменитая кукуевская штучка. Ну, многие мастера знают эту комбинацию. Кто не знает, поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Белые красиво жертвуют 3 шашки. Допустим, gf4, cb4, ed4 и gh2. Ну и как бы черные не закрывались, белые выигрывают. То есть на любой ход проводим комбинацию таким образом. Побеждаем. Либо так. Если так закрываются, тогда побеждаем таким образом. Ну и здесь еще пикантный финал в конце может быть. Если hg3 и gh2, то играем просто ef2 с идеей разменять вот эту шашку, да? А если черные ставят дамку, тогда просто ловим ее и побеждаем. Известная идея. Я записывал по этой идее видео. Ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Посмотрите, кто еще не смотрел. И вот, друзья, автор шашист Устьянов в 2007 году придумал комбинацию антикукуевская штучка. То есть черные, видите, снова подвели белых вот подобной идеи. Но, тем не менее, белые здесь могут достичь красивой ничьей. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти ничью за белых. Очень сложная идея, но очень красивая. Если найдете ничью, то получите незабываемое эстетическое удовольствие. Белые неожиданно играют fe3. Черные бьют 3 шашки в дамке. Ну и кажется, что белым остается только сдаться. Но опытный взгляд видит, что у черных образовалась решетчатость. Кроме того, ослаблены дамочные поля. Поэтому белые здесь еще сопротивляются и проводят комбинацию. Отдают еще 2 шашки. Затем играют ef4. Ну и как бы черные не побили, оказывается, что это ничья. То есть, если побить в эту сторону, тогда играем на g1. Ну и если черные бьют на поле f4, тогда отдаем еще одну шашку и наносим свой финальный удар. В этой позиции черные, конечно же, победить не могут. Это ничейная позиция. Вот такое неожиданное решение. Ну и, наконец, настоящий монстр среди шашечных комбинаций, автор Стефанович. Позиция 2009 года. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. Да-да, друзья, вы не ослышались. Кажется, что у белых очень плохая позиция, то есть грозит gf4 и ab2, но тем не менее белые красиво побеждают. Даже компьютер вот в этой позиции вначале тупит, но затем в конце все-таки находит решение. Ставьте видео на паузу и пытайтесь найти выигрыш. Кто не найдет, даю подсказку. В конце будет запирание. По-русски туалет или сортир. Первый ход gf4. Не даем сыграть черным gf4. Поэтому у черных единственный ход ab2. Но вот это... Вот этот ход ставит белых на грань поражения. Непонятно, как играть. Черные грозят пройти в дамке и выиграть эту позицию. Тем не менее, побеждают здесь белые. Отходим. cd4.
Черным надо ставить дамку. И начинается каскад жертв. Fe5. Dc3. Cb6. Де5. Подрываем пункт f6. И красиво бьем в дамки. Шашка черных бьет на поле c3. И выясняется, что дамка и три шашки черных в заперти. А дамка белых просто играет по полям h4 и d8. И белые легко побеждают. Друзья, если вам понравились эти шашечные шедевры, а я думаю, они не могут не понравиться, то обязательно ставьте большой палец вверх, поддержите мое творчество и подписывайтесь на канал. До свидания, друзья, и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.